В прошлом году 19-летний Андрей Рублев стал самым молодым четвертьфиналистом US Open с 2001 года. Мы вспомнили другие мощные выступления русских в Нью-Йорке, которые не расценивались как сенсация. Восемнадцать лет назад Марат Сафин закрыл целую эпоху под названием «Пит Сампрас». 20-летний москвич стал самым молодым победителем турнира после самого Пита, который выиграл US Open в 19. После успеха в 2000-м Марат выиграл лишь один мейджор. 5 лет спустя ему покорился Australian Open. В 17 лет Мария сенсационно покорила Уимблдон и забуксовала, после чего ее упрекнули в заботе о бренде и сравнили с Курниковой, но она вовремя заткнула критиков. На пути к решающему матчу US Open 2006 сибирячка разгромила победительницу Австралии и Уимблдона Амели Морисмо, а затем расправилась в финале Жюстин Энен в 2 сетах. После этого счастливая Мария назвала Нью-Йорк любимым городом. 2004 стал годом доминирования представительниц России. Финал шлема в Нью-Йорке стал третьим, который выиграла русская девушка, а к концу года россиянки оккупировали половину мест в топ-10. 21-летняя Кузнецова запомнилась на турнире сумасшедшим форхендом. В финале Светлана обыграла Елену Дементьеву. В активе Михаила Южного 4 победы над Рафаэлем Надалем, одну из которых он одержал в четвертьфинале US Open 2006 года. На том турнире Южный выступал несеянным и раскрошил испанца в 4 партиях. В 3-м сете Михаил ушел с 3 сетболов и после игры признался, что показал лучший теннис в карьере. В расцвете карьеры Николай Давыденко имел лучшие ноги в туре. Прекрасно двигался и спокойно закрывал топов. В четвертьфинале 2006-го русский теннисист нарвался на стойкого Томми Хааса и проиграл 1-2 партии. Но Николай не бросил играть, перевернул матч и вышел в полуфинал. Оба матча за выход в финал в 2006-м прошли с участием русских игроков, но Давыденко и Южные проиграли Федереру и Родику.